культура сближает, уверены представители нацобъединения курорта. Именно на таких мероприятиях представители различных национальностей, а в Сочи их более 100, изучают чужие и демонстрируют свои обычаи. Праздник грузинской культуры по традиции открывает календарный год сочинских фестивалей. Национальное культурное объединение грузин было одним из первых, которое вошло в состав Совета национальных объединений. И я искренне благодарен мужеству ваших руководителей, настоящих, а тогда тоже Владимир Семенович руководил, и всех старейшин, что они пришли в национальное объединение общее и являются яркой звездой во всем этом созвездии. Две культуры, одна вера. Я бы еще добавил, собственно, и одна судьба. В рамках концерта, организованного силами грузинской общины «Иверия», на сцене «Зимнего» своими талантами со зрителями делятся и армяне, и русские. И каждая исполняемая песня здесь со смыслом. Культура не только в том, что, допустим, кто-то поет, кто-то танцует. Это маленькая часть культуры. Главная культура в нашем сердце, и как мы к этому относимся, как мы ведем себя на улице, как ведем с соседями, и что самое главное, как мы ведем с другими людьми, с другими конфессиями, другими национальностями. Вот это самый главный вопрос. На курорте проживает несколько десятков тысяч грузин. Большинство бережно хранят традиции своего народа и передают их из поколения в поколение. Вот и национальными танцами в Сочи занимаются сотни ребят. Появляется на курорте и все больше танцевальных ансамблей. Помимо известных «Иверии» и «Имерети», это коллективы «Колхида» и «Имеди». Инга Габеша, телекомпания ФКТ.